настроение перед матчем с Атлетиком всегда соперничество? Наверняка же тренер пытается настроить так, чтобы об этом не было. Не, ну конечно, настроение в команде очень прекрасное, и скажу так, что готовимся в очень хорошем режиме к этой игре, и никакой расслабленности у нас нет. Полностью все сконцентрированы на этих матчах и будем добиваться результата. Что говорят, может быть, о тактике, сыграем с двумя нападающими и подпогащим? Но это пока останется у нас на поле, поэтому вы все-все увидите на футбольном поле. Ну, а ты, например, готов сыграть и по всему флангу, или, может быть, там нападающим? Как тренерский штаб решит, это будет от них зависеть. Да, уже из тренировок понятно, как вы будете играть, да? Нет, я вам такую информацию не скажу. Нет, вы-то сами уже понимаете, какую тактическую модель вы нарабатываете на Самарине и на Кипр, да? На установке все знаем. То есть надо пробраться в установку. Попробуйте, да. Евгений, могли бы сейчас находиться в отпуске, а вместо этого кто-то работаете? Очень прекрасно это воспринял, эту новость, то, что, в принципе, никакой отпуск не нужен ради игр сборной, поэтому здесь очень хорошо находиться и тренироваться внутри команды, и готовиться к отборочным матчам. Это самое лучшее, что может быть. Все? Вообще досуг футболисты здесь коротают? В основном мы отдыхаем, сон, и можно так фильмы посмотреть, сериалы, книжки почитать. Но в основном только так. И идите. Да. Еще.